28 января в Вильнюсе завершилась туристическая выставка «Adventure-2018», в которой принимали участие специалисты Агентства по развитию туризма Даугавпилсской городской думы. С 26 по 28 января принимали участие в международной туристической выставке «Adventure-2018», которая проходила в Вильнюсе, в Литве. Рассказывали о туристическом предложении Даугавпилса, также Даугавпилсского края. Большой интерес посетителей вызвал стенд Латвии. Участники живо интересовались информацией о туристических возможностях Даугавпилса и Даугавпилсского края. О туристическом предложении и новинках в Даугавпилсе, о проживании, питании была информация о Даугавпилсской крепости, арт-центре имени Марка Ротко, центре любознательности Зино Даугавпилс. Материалы на литовском языке, специально подготовленные к мероприятию, разошлись быстро, что не может не радовать. По мнению специалистов, по-другому и быть не может, ведь Даугавпилс – ближайший сосед, вызывающий интерес у литовских туристических фирм. Посетители были также информированы о возобновленном маршруте поезда Вильнюс-Даугавпилс-Вильнюс и планируют посетить наш город в ближайшее время, ознакомиться с туристическим предложением. Отметим, что выставка Adventure-2018 – самое большое событие в Литве для туристической отрасли. Оно собирает не только местных специалистов туристического бизнеса, но и представителей дальних и ближних литовских соседей. Даугавпилчане же планируют участие еще в одном подобном мероприятии, но уже в Риге, и это будет традиционно проходящая выставка «Балтур-2018». Она будет юбилейной, 25-й. С 2 по 4 февраля будем принимать участие на международной туристической выставке, которая пройдет в Риге, «Балтур-2018». Представим новые возобновленные брошюры, информацию о Даугавпилсе, также карты и путеводители. Расскажем о мероприятиях в 2018 году. Впереди у наших специалистов по туризму мероприятия по популяризации Даугавпилса в Эстонии, Германии и Беларуси.